Привет, меня зовут Ник. Я хотел рассказать тебе о том, как я переехал в новый город, как тут начал осваиваться, как это все переживал, через что мне пришлось пройти за все это время. Хочу надеяться, что это будет интересно. Я думал подвести к переезду, но название видео и так даст понять, о чем будет это видео. У меня уже был опыт переезда, но недалекое расстояние, можно так сказать. И я, в принципе, к этому привыкал не так долго. Вот дом, и прямо рядом где-то находится еще один. Ты мог в любой момент вернуться, позаниматься делами, сходить в тренажерный зал и вернуться обратно. Я переехал очень далеко от родного места, от родного дома, от родных краев, где-то за несколько тысяч километров. Для вас это просто четырехзначное число, но когда вы его ощущаете на себе, когда вы едете, вы понимаете, что это такое. Если бы вы прошли такое расстояние пешком, а не на машине, это еще более бы ощутимее для вас было. Я ощутил масштаб. Это просто бескрайние красивые горы. У нас был такой маршрут, что города основные, мы их объезжали, чтобы сэкономить время и не попадать в пробки. И ехать чисто по трассам. Но все-таки в один город мы заехали. И сейчас я о нем поконкретнее расскажу. К концу 22 года я очень серьезно начал увлекаться исторической литературой. Начал читать про падение Берлина. Там описывались последние два года сражения нацистской Германии и Советского Союза, а еще и Ялтинские конференции, помощь союзников и так далее. И как они проходили, как эта операция называется? Не Висло-Одерская операция, а как это по-другому? Оверлорд, во. После этой книги мне захотелось читать историческую литературу и полностью вообще прочитать про Вторую мировую войну. Не хочу описывать многие всякие моменты, но мне попался интересный момент с Волгоградом, тогдашним Сталинградом. И вот, на нашем маршруте так получилось, что мы ехали по главной улице, и там было множественное количество достопримечательностей. Это было такое удовольствие смотреть на вот эту монументальную, огромную статую, которая прямо до небес вздымается. Это просто не описать словами. Получится, то я добавлю сюда фрагмент. Не знаю, качество на этом видео очень отвратительное, потому что вечернее время. Когда я читал, у меня не было представления о городе, какой он. Я специально не смотрел никакие фотки города, ничего не смотрел, чтобы не испортить себе впечатление. Когда ехал, я прям представлял, как там было в 40-х. В 42-м, в 42-м, 43-м году, когда проходила эта операция, как от него оставались одни руины. В городе сохранились специально такие разрушенные дома, чтобы посмотреть на ужасы войны, как выглядели эти дома. Но это уже было не по пути, и мы проехали. Период адаптации у меня в новом месте где-то проходил целый месяц. Я отвлекался, старался не думать о Ютубе, а именно о том, чтобы что-то создавать. У меня даже был такой период, что я неделю не сидел за компьютером. Такой распорядок дня, можно сказать, что ни дня не проходит без компьютера. И тут неделю без него обойтись, это прям какое-то достижение, и я рад этому. Я не жалею, что провел без него огромное такое промежуток времени. Я когда читал, как реагируют люди на переезд, как они адаптируются к этому, натыкался на истории, где некоторые люди годами не могут свыкнуться с новой обстановкой, с новым местом, даже, может, с новым менталитетом. И это их так гложило, и они чувствовали себя ультра-одинокими и скучали по родине. Этот переезд мне был нужен, потому что экология уже была ужасная, терпимая, но еще несколько лет, я думаю, все бы становилось только хуже, потому что недалеко находится завод, в 3-4 километрах, а есть люди, которые прямо вот
где-то метров 200-300 от этого завода живут. Я не представляю, как они там существуют. Прогулки по красивым местам мне помогли прийти в себя. Когда я гулял, я забывал вообще про то, что когда-то находился в другом городе. Про проблемы забывал вообще. Как-то становилось гораздо легче. И это здесь, конечно, восхищает. Ничего не скажешь. На видео это выглядит не так. Но красиво и масштабно. Вот я иду. Осматриваю местности. В общем, не хватает слов, чтобы это все выразить. Как тут красиво, прекрасно. Я вот сейчас иду. Тут такая жара. Где-то градусов 30 уже примерно. Ну, 27, если быть точным. Только-только апрель. Сегодня 17 число. И меня поражает, что такая жара. В родном городе, если бы и было жарко, то с сильным ветром. Где-то примерно 10-15 градусов. И это реально вдохновляет. Ты привык к такому плоскому ландшафту, можно сказать. Ты не видишь никаких вот таких огромных гор, которые вздымаются и прямо небо их закрывает иногда. И мне это нравится. Заставляет поработать сердце, потому что из-за малоактивного сидячего образа жизни это серьезно может сказаться на работе сердца. А так ты хоть можешь походить в горы, потренировать сердце, выносливость. Это прям здорово. Но ландшафт играет на пользу. Пока я приходил в себя все эти месяцы и не хотел ничего упускать, все же о Ютубе я периодически думал. Все то, что было в том городе, в родном, осталось в нем. И из-за этого я чувствовал себя потерянным. В том плане, что чем мне заниматься теперь? Что делать на Ютубе? У меня как будто очищение личности прошло. Переезд переместился на конец 10-х чисел марта. Где-то 8-9. Вот 17-го уже 10 лет, как я на Ютубе. Я решил для себя, я хотел бы начать все с чистого листа на Ютубе. Я забыл про получение удовольствия. После каждого ролика практически выгорал. Это было такое себе. Я понял, что мне просто уже надоело держать планку качества. И я думаю, что в этом году она может обвалиться. Я буду выпускать все, что захочется. Прям вообще. Блок это будет не блок, неважно. Я больше не хочу держать я ни в каких рамках, не чувствую себя зажатым. Выпускать вообще все, что душе угодно. То десятилетие было здоровским, прикольным. Но я хотел бы от него дистанцироваться и открыться новому. И как на меня это повлияет, я не знаю. Но это еще предстоит узнать. Я немногим сказал о переезде. Я хочу выразить благодарность людям, которые писали мне, звонили, как-то поддерживали. Для меня это бесценно, и я благодарен вам. Вы просто замечательные люди. Я думаю, я в этом ролике уже все сказал. Я за месяц уже очень сильно отвык от камеры. И так непривычно записывать видосы спустя такое время. Но это ничего. Это новое начало, которое мне нравится. С вами был Ник. Подписывайтесь, если вы хотите. Оценивайте ролик. Всем удачи, всем пока.